Свинина, макарони та яйця здешевшили у Дніпрі за останній тиждень. Натомість картопля, курка та гречка здорожчали. За кілограм птиці просять у середньому 114 гривень. Незмінною цього тижня лишилася вартість хліба. Такі результати моніторингу міських супермаркетів його провели журналісти інформагентства «Мост Дніпр». В этой неделе у нас свинина только дала большое колебание, и то за счет того, что в сельпо, видно, была акция, и очень сельпо понизило цену на свинину. Если обычная цена в районе 120 гривен за килограмм, сельпо дала 90 гривен. Ну и любимая нами картошка все время пытается вернуться к максимальной цене. Стремится она будет где-то не выше 16, опускаться не ниже 14. Вот в таком коридоре, видимо, и будет жить.